Добро пожаловать на мой канал и не забудьте подписаться. Всем привет-привет! Сегодня понедельник. Погода пасмурная в Мерсине. Мне уже лучше зубом. Пока еще я не пила обезболивающее, лечусь, антибиотики пью. Ашкэм мой до сих пор не спал. С ним ругаюсь. Он говорит, не ругайся, у меня голова болит, когда ты ругаешься. Я говорю, ты хочешь умереть? Говорю, как это так можно? Такой раз. Ну, говорит, не спится. Говорит, что сделать? Я не знаю, что с ним делать. Смотрю, что здесь никого нету. Хотя понедельник, у нас сегодня базар. Мы на базар не пойдем, потому что мы сделали очень много закупок, а я на диете не кушаю, не поели вообще. То, что закупились, фрукты вообще стоят. Мне только положено 2 яблока, 2 Вашингтона в неделю. Сегодня у меня молочный день, вечером кусок хлеба с томатным соком. Но 3 кило я похудела. Очень хорошие результаты. Будем дальше двигаться. Мне не трудно, я очень целеустремленная, и у меня есть сила воли, когда я чего-то, что-то захочу. Всегда добиваюсь своей цели. Надеюсь, что и вы тоже такие же, как я, похожи на меня. Если чего-то хотите, то все вы сделаете. Так что на базар мы сегодня не идем. Ой, всем привет, друзья мои! Это я. Вчера так ничего вам не сняла, потому что настроение испортилось, одни плохие новости с Батуми. Ой, столько людей. Я узнала, что умерли и моих близких, знакомых, матеря, именно пожилой возраст. Одна девочка молодая, без сознания, 2 недели. Нету вообще никакого настроения. Еще в Турции такое ограничение, новый закон. Субботу-воскресенье категорично запрещено выходить на улицу. Мы сели, даже мы вчера не вышли на базар. У нас, в принципе, все есть в доме, мы закупились, и Ашкэм мой проснулся 12:30 ночью. Хотела так видео такое злое написать, потом думаю, ну, боже мой, пускай спит, сколько ему спится, чем ему заниматься. Это у меня дел полно, моя работа, вы, YouTube. И в общем, вот так прошел день, очень такой насыщенный. Я закрылась, сама себе хозяйка, что хотела, слушала передачи. Мой Ашкэм сегодня лег в 9 утра, я встала, он лег. Вот так вот. Я даже вчера ночью его кормила в 12. Я не жалуюсь, просто рассказываю. Даже все оставила и легла раньше спать. Отключалась, прямо засыпала на ходу. Так что вот, моя хорошая диета продолжается. Светлана, худеть, животика у Светланы уже нету. Нетрудно, друзья мои. Много пью жидкости. Сейчас буду завтракать. Завтрак уже 1 час дня, а я только завтракаю. Ну, почему-то не хотелось. Надо же кушать, когда хочет организм, пока привела себя в порядок. Может, выйду в прямой эфир в Инстаграме. Так что не знаю, как у меня будет настроение, но что буду завтракать. Хлеб с маслом и кофе. Для разнообразия я решила пожарить хлебушек себе. Ну, пожарить, подогреть, да. Сейчас маслицем намажу. 20 грамм масла. И вот мое кофе. Здесь я отварила себе грудки на 2 дня. Погода в Мерсине пасмурная, детки. Гуляют в плащиках девочки. Такая вот у нас осень началась сейчас. А мой цветочек, смотрите, мамардика, я же там убрала. Она здесь начала цвести. Да, сейчас убираем засохшие. Сама пошла себе, посмотрите. Кто-то говорит, что у меня такие цветы, как у бабульки. Друзья мои, но эти цветочки я выращивала в период карантина, когда начался в апреле месяце. И я их с семян, понимаете, семешки, малюсенькие, росточки, кусочки маленькие. Посмотрите, как же я их могу выбросить?
когда я их вырастила. И ничего, красиво так. Кто приходит на мой балкон, им очень все нравится. И это подросло, и это же я у свекрови тогда взяла. Так что вот мамардика еще здесь у меня есть. Но этот пошел тоже, я думала, он умер. Ну как я могу выбросить, скажите, пожалуйста, мои хорошие. Вот этот цветок, наверное, надо занести его туда, потому что ему, видно, здесь не нравится. Не знаю, пересаживать цветы, наверное, не буду, но на моем балконе хозяйничают голуби очень активно. Вот, захожу сегодня, а они сидят на столе. Здесь стала размораживаться фарш. Сделаю котлетки ашкой. Вот грамм, не знаю, 200, наверное. Ну, ему достаточно, я же не ем такое жареное. Ашкам 6 часов, 5 часов ковал. Ты гюнайден ашкам. Ашкам, чем заман синичек медым? Но следы санили. Это его ковал ты, а это мой обед. 100 грамм хлеба, 100 грамм сыра и 100 грамм грудки. Вот такой вот у меня ковал ты. Смотрите мое видео. Спасибо вам большое, дорогие. Сейчас пообедаю и буду приниматься за ваши комментарии. Друзья мои, что я приготовила сегодня? Ой, это по-турецки имам бойлды. Ну, может, и по-другому как-то называют, но вот у меня так записано в моей тетрадке. Буду сегодня ашкыма кормить. Вот что у меня получилось. У меня сегодня видео такое вышло. Еда-еда, завтрак, еда. Ну, к сожалению, вот так вот сегодня будет. И вот плов сделала такой обалденный, рассыпчатый. Посмотрите. Очень вкусный плов, наверное. И надеюсь, это тоже будет вкусно. Ну, посмотрим, как Ашкам это поест. Еле перенесла его на тарелку. Все, иду кормить Ашкам. Ашкам проголодался. Ашкам, имам, имам, бойлды, бойлды, пока выговоришь. А ну, попробуй сейчас покушай. Сентады на бак бен истиором бельмек и беним абонелери. Да, насыл сен и джексен беним емеклери. Продам я все. Насыл? Я на добах, не? Ама не един сен, не. Резонжику имеем. Соли, соли. Гюзель мы? Ура, друзья мои, ура! Ашка в обед усунул заман. Я так рада вообще. Я так рада, что Ашка ему понравились. Вот такая вот я. Если вам интересно будет, я вам расскажу, как и что. Очень короткое видео, как это делается. Я же раньше, когда приехала, мне нефиг было заниматься нечем. И я вот смотрела эти передачи про... Смотрела передачи про кулинарию, записывала у меня в тетради, такая дефтер у меня вся записанная. Так что, друзья мои, видео не снимаю, не знаю почему не снимаю, потому что у меня очень много работы, очень много звонков и прямой эфир выхожу в Инстаграме. И два канала же все-таки, хочется и для вас тоже время уделить, зубы у меня уже лучше. Это я активирована углем, пастой. Чищу зубы каждый день, но лимон с содой нельзя каждый день, чтобы не испортить эмаль. Так что, мои хорошие, вот такие вот у нас дела. Сидим со Ашкамом. Так уютно у нас. Даже клима мы выключили. Очень жарко было. Может, потом попозже включим клима. Потом, может, поговорим с Ашкамом на какую-нибудь тему для вас. Может, какие-то истории вам рассказать. Ну, истории нужно рассказывать, сесть и отдельно видео. А так, может, так. Посмеемся чуть-чуть, что-нибудь интересное обязательно запишу. Я разговариваю с мамой на кухне, пока готовила. Моя мама не слышит в телефон, такая проблема, и приходится орать. Не то, что говорить, орать. Я говорю, мама, и она не слышит. Купила, и говорю, купи ты эти наушники.
Еле купила наушники, но все равно кричит наушники. Он сказал мне, что весь сито только уже скоро русскому и научится. Хорошо, что сейчас зима. Я говорю, пускай пока-пока, когда я сказала. Я говорю, пока-пока, ничего. Когда я научилась вашему менталитету, научилась уважать родителей, но я всегда уважала, не то что... научилась готовить турецкие блюда, пускай ваши соседи научатся, пока-пока. Я такая здесь одна. Вот такой вот у меня был, ну такой вот курьез произошел у меня со Шкымом, и я ему так сказала. Сидим на карантине, друзья мои. Так ужесточился карантин, вы себе не представляете, сегодняшнего дня, субботу, воскресенье вообще нельзя выходить, и до 8 вечера только. Ну и не выходим с ним, ну не хотим заразиться, да, этой гадостью и болеть еще. Надо лекарства как-то сделать, никак не могу я с этого прополиса. В общем, вот такие вот у нас дела. Ну, думаю, все равно видео вам понравится. Вы же любите нашу семью, любите наши все разговоры, наши новости. Дома чем заниматься, скажите? Может, зумбой начнем? Ашкам зумба? Не заман пошла час без зумба. Он не слушает, у него наушники. Видите, даже телевизор выключил ради меня, чтобы не мешать мне. Смотрите, как сидит в наушниках, кушает. Ашким, кулак был, кулак? Кулак. А? Кулаклык. Кулаклык? Кулаклык, ве кулаклык. Кулаклык. Ой, турецкий турчи бегим чок юзелю, ну ты юрм я. Кулаклык, насыл. Бир кулак ачик, бир кулак капаты. Все. И уважаемые друзья и подписчики, я хочу заняться отбеливанием зубов в домашних условиях. Почитала очень много литературы, посмотрела в Ютубе несколько роликов и решила, вот смотрите, какие зубы у меня от кофе. Я их каждый раз постоянно отбеливаю, когда приезжаю в Грузию. В этот раз не получилось, и придется сейчас отбеливать в домашних условиях. Посмотрим потом на мой результат и что получится. Сейчас я покажу, чем я буду отбеливать их. Одним из эффективных средств является активированный уголь. И я давно заказала такую пасту, но пользуюсь ей редко. Она у меня полная. Начнем с этой пасты. А также я... Второй метод – это сода, лимон. Надо на влажную щетку взять щепотку соли и выжать несколько капель лимона. Посмотрим на результат мой. Ну вот, мои хорошие, я почистила, использовала два метода. Этот метод можно использовать содой и лимоном два раза в неделю. Ну а зубную пасту активированную можно использовать почаще. Ставьте лайки, подпишись на мой канал, нажми на колокольчик и на все уведомления.